Ребят, помните последний видос? У нас сломался кардан. Вот он и приехал! А? Сейчас мы его снимем и посмотрим, что там накрылось. Всем привет! Вот здесь прокручивалось. Да? Он вот так не прокручивается. Он крутился здесь, да. Надо вскрыть и посмотреть сейчас, что там. Ну, вскрой. Ну, он крутился, кардан. Ну, крутился, а видишь, руками не крутится. А. Ты переднюю часть снял-то? Да нет, зачем задний? Вот он прокручивался, вот пыльник, блестит все. Ну шары все целы, значит опять шлицы, как и там. А они теперь сидят на этом. На кольце, на штопорном, поэтому я вытащить ничего не могу. Сами шлицы слезал и все. Все, вот он обычный кардан, обрезали его на 20 сантиметров. Ребят, ну что, квадрик ходом проскочил, пробую, ходом я не могу, она у меня не потянет, потихонечку. Сейчас, скорее всего, наверное, я засажусь. Все, ребят, сидим. Зарылась. С лебедкой хочешь? Можешь толкнуть просто и все. Отпускай. Лази так вот вообще. По грязи будет все есть, тогда. Паш, поедем туда, в кусты попробуем, все прямо. И все, и он вдруг не закопался, понял? Что хочешь, за что? Вон крючок. Ага, вон. Давай еще. Еще. Еще подъехать.
все, хорош. Давай. Паш, подожди. Все, пробуй. Цикла. У меня лежит литровый дома. От этой, ну, такой трехцилиндровый литровый. Надо его ставить чуть сюда.